Приветствую вас на нашем канале. Как известно, один из надежных способов создания новогоднего настроения – это украшение своей квартиры к празднику. Можно обойтись только елкой, а можно превратить весь дом в резиденцию Деда Мороза. Так или иначе, прогулка по новогодней ярмарке – это прекрасная возможность погрузиться в волшебный мир праздника. В этом видео я прогуляюсь по одной из самых крупных ярмарок новогодних игрушек – ярмарке в эпицентре. Вас ждет масса новогодних товаров с ценами на них. В конце видео я покажу вам некоторые из товаров, которые мы купили на этой ярмарке. Итак, давайте выясним актуальные цены на новогоднее настроение. Thank you.
Thank you.
Некоторые из игрушек, купленные мной на новогодней ярмарке в эпицентре.